Это сказка без затей, но она не для детей. Служит пусть она примером по неведомым краям, разным канцлерам, премьерам, генералам, изуверам, экс и просто королям. Мы вперед шагаем дружно, мы решимости полны, совершенно безоружны, но ужасно влюблены. Не страшит нас путь суровый, молодая в жилах кровь открывает все засовы, мандолина и любовь. Над полями пронесется наша песенка, пароль. Если весело живется, каждый сам себе король, каждый сам себе король. Из чужих далеких стран. Для начала, для завязки мы явились на экран. И на этом самом месте, начиная трудный путь, предлагаем с нами вместе в наше царство заглянуть. В этом царстве мы герои, хоть у нас простая роль, но с душою молодою каждый сам себе король, каждый сам себе король. Где ты ждешь нас, юная принцесса, небывалой красоты. У тебя и голос звонкий, и в руках большая власть. Но скажи, скажи, девчонка, как на трон ты забралась? Голубой, не хвастай кровью, полюбить тебя позволь. Ведь с надеждой и любовью каждый сам себе король, каждый сам себе король. Стой, стрелять буду! Ну, брось шутить, а то еще попадешь. Попасть я не попаду, потому что новобранец. А стрелять я обязан, потому что я часовой. Ты что ж, нас не узнал? Узнал. А почему ж не пускаешь? А вот потому и не пускаю, что узнал. А его не пропустить нельзя. Почему? Дело у него. Какое? Влюбился он. В кого? В вашу принцессу. Откуда я знаю, что он влюбился? Пусть он мне документик предъявит, что он влюбился. Ну какой же может быть документ, если любовь только что началась? Она еще не оформлена. Мне старшая фрейлина строго-настрого приказала. Больше, говорит, этих странствующих музыкантов сюда ни ногой. Ни ногой? Ни ногой. А если мы на руках войдем? Как это на руках? А вот так. Ян, мне стыдно признаться, но я тебя очень-очень ждала. А ты думаешь, мне не стыдно? Ну, просто ума не приложу, как это я, человек свободный, способный ко всякой работе, и вдруг влюбился в принцессу. Так ведь я принцесса только потому, что у меня мама королева. А моей личной вины в этом нет? Да я понимаю, но разве я не понимаю? Нет, ты не думай, я работящий. Если там какой-нибудь торжественный ужин, аудиенция или банкет, я никогда не капризничаю, а еду. Ах ты моя родная. Что? Что ты сказал? Прости. Повтори. Ах ты моя милая, так ты сказал?
сказал: «Ах, ты моя родная». Но ведь это же еще лучше. Значит, ты тоже в меня влюблена? Нет. Нет? Ну, послушай, Ян! Есть такое правило. Ну, девушки не должны первыми объясняться в любви мужчин. Это мне сказала первая придворная дама. А первая придворная дама про мужчин все знает. Дура она! Сам дурак! Нас подслушивают? Ну, конечно. Прямо беда. Не дают поговорить с хорошим человеком. А ты говори потише. А ты не услышишь. А ты спустись пониже. Ваше высочество! Королева казнит нас всех, если вы покинете свою комнату. Вы свободны, сударыня. А скажи, Ян, ты любил других девушек до меня? Да я их всех ненавидел. Вот славно-то! За мной! Ваше высочество, я сейчас умру от ужаса. Уходите! Сейчас придет королева, и нам так влетит, что вы сами удивитесь. Уходите! Ну хорошо, я уйду. Но прежде я поцелую принцессу. Встаньте вокруг и заслоните нас. Ну же, а то я маме скажу. Ваше высочество, хватит! Эй, ты! Да что же ты такой? Ты слышишь меня? Теперь хоть из пистолета стреляй, не услышит. Зачем ты целовал мою дочь? Ваше Величество, я влюблен в нее. Мама, я тоже его люблю! Пустяки! Ян! Пустяки! Это можно исправить. Как только ты выйдешь замуж, ты забудешь о всякой любви. Я не пойду замуж. И не надо, тебя отвезут. Куда? К первому попавшемуся неженатому королю. Его Величество, король Каин 18-й опять не женат. Вот. За Каина я тебя и выдам. Эй, стража! Этих взять! Принцессу унести! Мы и тебя выпустим на волю! Ваше Величество, какая, будем прямо говорить, радость? Здрасте, премьер. Говоря напрямки, вы по личному делу или же по дипломатическому? По
Лично дипломатическому. Прошу. Что это? Взрыв! Вспышка! Недовольство! Магния! Ой. Грубо говоря, это первый акт нашего гостеприимства. Каждый входящий к нам фотографируется анфас. Профиль. Зачем? На добрую память. Кому? Начальнику тайной полиции. Удобно. Примитивно говоря, мы самая удобная страна в мире. Приступим к делу. Давно пора. Моя дочь, Милада, хочет выйти замуж за вашего короля. Ваше личество, повторите, пожалуйста, еще раз. Моя дочь Милада хочет выйти замуж за вашего короля. Зачем, наивно говоря, ей это нужно? Влюбилась. Влюбилась? Значит, говоря, как сказал поэт, любовь зла полюбишь и... Ох уж эти мне поэты. Ну ладно, любовь любовью. А какое, оптимистически говоря, приданое? 100 000. Кому? Королю. И? 100, без и. Такая сумма короля не устроит. Хорошо, можно и с и. С каким и? 50 королю и 50 вам. Такое и меня не устроит. Какой же и вас устроит? Королю 40 и мне 60. Договорились. Не совсем. Невеста нашего короля должна быть голубой крови. У моей дочери кровь голубей. Ваше счастье, что нас никто не слышит. А что я такое сказала? Вы сказали про голубей. Ну? А голубь у нас в королевстве нецензурная птица. Голубь у нас такое наделал. А что он такое наделал? Он наделал на памятник короля. Поэтому про голубей нас разговаривать запрещается. Ой, ну, вы же меня не так поняли. Я сказала, что кровь моей дочери голубей, чем вот... Говоря языком медицины, вы меня успокоили. Значит, я могу ехать. Погодите. Сначала мы вам подарим пушку. Пушку? А зачем мне она? Для того, чтобы защищаться. От кого? От того, кто на вас нападет. Ну, а на меня никто никогда не нападал. Это пока у вас не было пушки. А когда у вас появится пушка, то на вас обязательно нападут. Фу. Говорю, говоря секретно, проводите ее величество в арсенал. А, господин начальник тайной полиции. Очень рад. А вы знаете, что здесь сейчас произошло? Знаю, я все знаю. Где бы, кто бы, с кем бы, там ли, сям ли, о том ли, о сём ли, мне все известно. Ну что ж, хорошо. Вот вы мне и скажите, с кем я только что разговаривал и о чем? Одну минуточку. Агент номер 214, ко мне. С кем разговаривал, господин премьер? С королевой Властой. О чем? О том, что принцесса Милада влюбилась в нашего обожаемого короля. На что господин министр ответил, любовь зла, полюбишь и... Приведи его в чувство. Где? Пока еще здесь. О чем они еще разговаривали? О приданном. Подробнее? Королева предложила нашему обожаемому королю 100 000. А наш уважаемый премьер на это не согласился. На чем же они порешили? Обожаемому 40, уважаемому 60. 40 и 60? Ну, знаете, ваше счастье, это пахнет виселицей. Да клянусь честью, что это неправда. Ну, как? 40 и 60? Да врет. Одну минутку. И верно врет. А ну, повтори свои показания. Что предлагал королеве его сиятельство? Нашему обожаемому королю 40... Себе тоже 40 и 20 на нужды начальника тайной полиции. Так или не так? Так, так, так. Ну вот и прекрасно. А ты ступай, больше не ври.
Ну и свинья живая. Вы знаете, кого вы мне напоминаете? Кого? Меня, когда я был молодым. Ведите себя прилично. Ну я уже вышел из того возраста, когда ведут себя прилично. Король проснулся! Да здравствует король! Да здравствует король! Бегу, бегу. Куда? Во дворец. Зачем? Затем, что в своей работе я руководствуюсь ногой. Чьей ногой? Королевской. Я работаю в зависимости от того, с какой ноги встал король. О. Да здравствует король! Да здравствует король! Какой ноги? Еще не вставали. Могу сообщить вам приятную новость, Ваше Величество. Говоря с присущей мне целомудренностью, принцесса Милада просто потеряла из-за вас голову. Вы хотите сказать, что ее казнили? Ни капельки. Она потеряла голову не по линии политической, а по линии, как бы это поцеломудреннее выразиться, эротической. Она, Ваше Величество, в вас влюбилась. Тащите ее скорее сюда. У меня как раз сейчас свободное время. Конечно, это формальность, Ваше Величество. Но перед этим вам нужно будет на ней жениться. Жениться? Подумайте, Ваше Величество. Не имею такой привычки. Очень выгодный брак. Чем? При помощи этого брака Миладина мать станет нашим союзником. Кстати, начало уже положено. Пушку мы ей подарили. Господин офицер, тут какое-то недоразумение. Ну хорошо, пушка пушкой. А зачем мне эти солдаты с ружьями? Пушка к вам едет для защиты вашей страны, Ваше Величество. А солдаты идут к вам для защиты нашей пушки, Ваше Величество. Вернуть их обратно. Мне нечем кормить эту ораву. А их не нужно кормить. Кормить нужно только невооруженных солдат. А солдаты с ружьями сами себя прокормят. Это дело проверенное. Не первую пушку дарим. А ну, запивай! Пушка бьет везде гранаты. Содрогается земля. Мы солдаты, короля. Мы воюем по уставу и врага готовим марш. Вы говорите, она хорошенькая? Красавица. Характер? Ангельский. Образование? Начальное. Воспитание? Закончено. Кожа? Белая. А кровь? Голубая. Объем талии? Неизвестно. И еще пока никто не обнимал. Глаза? Карие. Волосы? Черные. Лет? Что лет? Сколько ей лет? 16. 16? Женюсь! С какой ноги? Обеими сразу. Вот тут и веди политику. Невесте устрой торжественную встречу. Слушаюсь, Ваше Величество. Чем будете встречать? Выстрелами, детьми, цветами и песнями. Зачем детьми? Дети – это моя забота. Цветов поменьше, выстрелов побольше, а песен совсем не нужно. Мне доложили, вчера в моей столице какие-то странствующие музыканты пели возмутительную песню. Почему вы не доглядели? Ну, песнями ведает полиция, Ваше Величество, а не я. Ведает-то полиция, а поют-то про вас. Про меня? Про вас. Сейчас я припомню. Кто награбил много денег, тот в стране играет роль. Почему премьер мошенник? Потому что глуп. Это неправда, Ваше Величество. Конечно, неправда. Раз мошенник, значит, уже не глуп. Но в песне чего-то не хватает. А, по-моему, в ней даже что-то лишнее. Так или иначе, песен при встрече не нужно. А нужно... Скажи мне, голубчик, что, по-твоему,
больше всего может понравиться молодой девушке. Молодые парни, ваше величество. Пошел вон, дурак. А что если бантики? По-моему, девушки очень любят бантики. Обожают, ваше величество. Побольше бантиков. Побольше бантиков. Зачем привезли? Родственница, наверное. Смотрите! Невеста! Невеста! Вы не ушиблись, ваше высочество? Я не есть, ваше высочество. Я есть иностранная гувернантка. Ваше высочество, в моем лице вы встречаетесь лицом к лицу с тем лицом, от лица которого я выступаю. Под лицом, от лица которого я выступаю, я подразумеваю вашего жениха, короля Каина XVIII. А почему вы подразумеваете его под лицом? Я очень устала и хотела бы отдохнуть. Можете растекаться! Быстро мы нынче отлековались. Пройдемте. Господа, какие-то бродячие музыканты просочились в наш город. Не дай бог, если их песни услышит принцесса. Поэтому каждого, в ком вы заметите что-нибудь музыкальное или бродячее, немедленно хватайте и волоките ко мне. Внимательно изучите их фотографии. Если нас узнают, нас непременно схватят. За что? За то, что мы сочинили песню о премьере и короле. Скажи, Милада, ты согласна бежать с нами? И ты еще спрашиваешь. Ну чего же мы ждем?
Бежим. Ваше высочество, ваше высочество, я пришел раздеть вас. Кто это? Моя гувернантка. Гувернантка? А говорит, как бандитка. Но почему она хочет вас раздеть? Она всегда раздевает меня перед сном. Скажи ей, что ты уже легла спать и разделась сама. Так она мне и поверит. Неужели ты не знаешь, что принцесса сами не раздевает? Откуда я могу знать? Я влюбился в принцессу первый раз в жизни. Ваше высочество. Ваше высочество. Что есть с вами? Теперь не убежать. Не убежали сегодня, убежим завтра. Завтра меня отвезут к королю и выдадут замуж. Слушай, Милада, если ты будешь хорошо ругаться и плохо себя вести, когда тебя приведут к королю, свадьба не состоится. Но если бы я знала хоть одно ругательство... Давай бумагу. Пожалуйста. Скорей, скорей. Бумаги нет. Пиши на двери. Что ты пишешь? Не ваше свинячье дело. Как ты смеешь так со мной разговаривать? Глупенько, я же пишу ругательство, а не разговариваю. Полицай! Полицай! Принцесса, у меня есть быть живой! Бежи! Беги! Ой! Он забыл отдать мне веер. Ваше высочество, вы живы? Не ваше свинячье дело. Готен, тотен, доберман, боберман. Здравствует король! Да здравствует я! Здравствуйте, ваше величество. Отчего и почему с ящиком? По делу государственной важности, срочно, спешно, весьма секретно. Займемся этим после гимнастики. Я не могу ее отменить, потому что я завтра... женюсь. Разрешаю вам разделить со мной это удовольствие. К сожалению, я уже женат, ваше величество. Я говорю про гимнастику. Вдох. Для отдыха можно заняться делами. Профессор, докладывайте. Ваше Величество, вот плод моей 40-летней работы. За 40 лет вы могли бы сделать ящик побольше. Ящик это только оболочка, а плод заключен внутри. Так вот это же просто комар.
комар. Но не просто, Ваше Величество. Я первый насекомовед, которому удалось вывести эту породу. В этом маленьком комаре, Ваше Величество, заложена сила, превышающая силу слона в несколько миллионов с четвертью раз. И эта сила все время стремится освободиться. Все, что стремится освободиться, мне не годится. Его надо уничтожить. Ваше Величество, вы не правы. Что? Ваше Величество, вы не правы, но вы гениально не правы. Потому что, если кто-нибудь этого комара прихлопнет, он тут же и взорвется. Комар или тот, кто его прихлопнет? Оба, Ваше Величество, оба. И это было бы преступлением. А если бы эту силу разумно использовать? Если бы ее использовать на благо человечеству, но так как мы пользуем силу ветра, воды, который вертит колеса и крылья мельниц. Ваше Величество, раз он дошел до мельниц, теперь он будет молоть до вечера. Разрешите, Ваше Величество, я объясню вам по-солдатски, коротко и наглядно. Ваше Величество, представьте себе на минуту, что я комар. И вот, Ваше Величество, я лечу. Комар перелетел границу Энского государства. Вы имеете в виду? Именно, Ваше Величество. Я лечу. И сажусь на нос. Кому? Человеку. Человека с таким носом быть не может. Ваше Величество, но вы забыли, что сейчас для наглядности я не военный министр. Я комар. Вот такой. В таком случае продолжайте. Комар садится на человека. Человек ударяет по нему ладонью. И оба, Ваше Величество, бах, трах, тарарах, взрываются. Теперь представьте себе, Ваше Величество, что у нас не один такой комар, а миллион. Миллион? Миллион. И все они бах, бах, трах, трах. Тарарах! Тарарах, Ваше Величество! Колоссально! Идёт! Бах! Трах! Трах! Тарарах! Тарарах! Колоссально! Трах! Бах! Бах! Тарарах! Тарарах! Вы слушаете меня, генерал? Зачем мне вас выслушивать, когда вы ни пельмеса не понимаете в военном искусстве? Да разве это искусство взрывать людей? Да. Ну а что, если этот комар сядет на женщину или еще того хуже, на кормящую мать? Ну что тогда? Кормящая мать – это не женщина, а военный объект, ах, потому что она выкармливает будущего солдата. Колоссально. Тарарах. Пусть профессор покажет свое насекомое в действии. Я хочу посмотреть, как оно взорвется. От этого кто-то поплатится жизнью. Боюсь, что вы, если будете долго возиться. Ну? Как только я его выпущу, закрывайте окно, иначе произойдет непоправимая катастрофа. Что это? На этом экране, Ваше Величество, можно будет увидеть,
с предельной четкостью то, что мне не хотелось бы видеть даже в сплошной туманности. Завтра же прикажу открыть широкую кампанию против курения. Это малый дворец моего любимого брата Аня. Это он! Это Аня! И этот курит. А, как можно так разрушать свое здоровье? Ах, Абель, Абель. Поверьте мне, дорогой, я бы вас тут же назначил военным министром, если бы вы, к несчастью, им уже не были. Очнитесь, профессор, и приступайте к работе. В самый кратчайший срок вы должны приготовить мне 1 000 000 таких комаров. Ваше Величество. Такое количество. Неужели вам их не жалко? Конечно, жалко, но в конце концов мы с вашей помощью сделаем новых комаров. Я говорю о людях. Люди будут детьми и родителями иностранных родителей. Ваше Величество, но ведь люди, живущие на земле, почти все иностранцы. Кроме нас. Поймите, профессор, как только они взорвутся, оставшиеся не взорвавшиеся оцепенеют от страха. Как только они оцепенеют, их можно брать голыми руками. Вот так. За горло. И я буду вот так их держать, пока они не поймут, что находятся в надежных руках. Они поймут, Ваше Величество. Как только они это поймут, мы внедрим в них нашу культуру и наш каинский образ жизни. Все люди станут богатыми. Кроме бедных, земля превратится в рай. И в этом раю будет один Бог, я. Господи, прости меня грешного. Конечно, и ты тоже. Мы будем работать сообща. Благослови меня, коллега, на мой комариный подвиг. Сколько у него еще таких комаров? Пока еще только один, но гораздо сильнее первого, Ваше Величество. Так тащите его сюда поскорее. Нет! Ни за что в жизни. Успокойтесь, господин академик. Я вовсе не академик. Не говорите никогда, профессор, того, чего вы не знаете. С этой минуты вы академик. Бегите за комаром. Нет. В таком случае, с этой минуты, вы не только не академик, но и не профессор. Дежурный! Я, Ваше Величество. Арестуйте этого студента. До свидания. Скорее.
скорее бегите за комаром! Да здравствует король! Слезы не могут вам мочь помочь. Но я не хочу выходить замуж. Это не есть уважительная причина. Завтра мы галопируем во дворец, и вы будете быть жена его величества Каин номер 18. Я должен немедленно передать ей веер. Не говори глупостей, тебя тут же узнают и схватят. Ты же видишь, как ее охраняют. А что же делать? Для того, чтобы тебя пустили к Меладе, тебе необходимо превратиться в какого-нибудь старого дурака. Например? Ну, скажем, в посла королевы Власты. Так где я возьму костюм, лошадь, денег-то у нас нет? Вот жизнь. Даже в старого дурака нельзя превратиться без денег. Двадцать золотых тому, кто доставит этих молодчиков в полицию. 20 золотых тому, кто доставит этих молодчиков в полицию! 20 золотых тому, кто доставит этих молодчиков в полицию! Как видишь, и полиция может на что-нибудь пригодиться. Считай, что эти деньги у тебя в чулке. В чулке? Не понимаю. Сейчас поймешь. Пошли. Господа агенты и агентессы, шпики и шпикухи, а также чины жандармерии и полиции, объявляю вам с болью в сердце, что вы балансируете на грани увольнения. Стыд и позор, господа! Несмотря на розданные вам портреты и обещанное вознаграждение, преступники все еще находятся на свободе. Вперед! А не то я тебе размашу голову! Он? Он. 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 Где же вы его, голубушка, поймали? У себя на работе. А вы где работаете? В заведении у мадам. Кем? Живущий. Прошу. Мерси. Что это у вас с голосом? С перепою. Дыхните. А почему это от вас не пахнет? Да потому что я в диетической столовой пила. Простите меня, голубушка. Но у меня невольно возникают кое-какие сомнения. Как же вы могли справиться с таким здоровенным мужчиной? Это же ценная история. Сейчас расскажу. Значит так. Только вы сначала заплатите деньги. Деньги за мной не пропадут. Это вы все нам так, мужчина, говорите, а потом попробуй получи. Прошу. Мерси. Значит так. Должна вам прям сказать, что ваше заведение очень походит на наше. У нас, правда, вот вместо стола тут рояль, а вместо вас топёр. Ну, конечно, топёр играет, девушки танцуют. Стук! Входит он. Я сейчас к нему, блондин. Угостите папиросой.
и сразу веду его в свою комнату. Я его туда. И на ключ. Что вы делаете? Он же за убийство. Идиотка, там же улица. Возьмите все, что у меня есть самого дорогого. Оставьте мне только вещи, деньги и жизнь. Ну, сударыня, я не грабитель. Спасите меня, за мной гонятся. Гонятся? Кто? Поклонники и поклонницы. Они хотят, чтобы я подписала мои портреты. Да ну, кто вы такой? Я знаменитый Марципано Марципини. Автор и исполнитель грешных напевов. О, боже, как интересно. Спойте мне что-нибудь. Что-нибудь из моих грешных напевов? Да-да, что-нибудь грешное. С удовольствием. Я вам сейчас спою песенку, которая называется «Я езжу верхом пополам с грехом». Они, поклонники, я пропал! Чаще сударыня не врывался ли сюда мужчина? Какой мужчина? Вот этот. Я замужняя женщина, господа. Кроме вас, ко мне никто никогда не врывался. В данную минуту мой муж на докладе у короля. У короля? Да, если он вернется и застанет вас здесь, он... Ну, сударыня! Вон отсюда, психопатка! Марципинистка! Вон! Ну вот и все. Чем я могу отблагодарить вас, сударыня? Да, но ведь вы же обещали мне спеть. Сударыня, я не только певец. Я создатель самого головокружительного танца нашей эпохи. Его международный успех заключается в том, что он танцуется без движения и музыки. Ах, если бы вы меня научили. Вы знаете, мой муж не умеет танцевать даже вальса. Вальс? Да. Что может быть старее вальса? Мой муж. А зачем же вы вышли за такого старого? По молодости. Муж! Сударня, а вы знаете, чем занимался ваш муж? Нет. Да? Угу. Сударня, надеюсь, вас никто не слышит? Конечно, нет. Но лучше ничего не говорите. Я женщина, и все равно ничего не пойму. Сударня, то, что я вам расскажу, может понять любая идиотка. Садитесь. Известно ли вам, сударыня, что вашему мужу удалось придумать, как по-новому убивать людей? Вы шутите, генерал? Мой муж не может обидеть даже мухи. Сударыня, мухи меня не интересуют. Меня интересует комар. Господи, неужели мой суперкомар окажется в их руках? Нет, нет. Нет. Я верю в высшую справедливость и в мою Офелию. Она святая женщина. Она не допустит этого. Теперь вы поняли, сударыня?
Я не пущу вас туда, генерал. Сударыня, не заставляйте меня применять силу. Генерал, не губите меня. Клянусь, я скрывала его не от вас. Мужу я могу изменить. Королю никогда. Ваш патриотический поступок. Доложу о нем королю. Погодите, кадить. Я еще не выступил. Где моя Каинова печать? Я говорю о газетчиках. Пустить Каинову печать! Господа, сегодня все наши газеты должны прокомментировать мою речь. Сегодня... Опираясь на этот сосуд, Библию. Сегодня, опираясь на этот сосуд и Библию, мы должны показать свой страшный оскал всему остальному миру. Показывай. А вы почему не оскаливаетесь, адмирал? Нечем, не успел вставить. Взять! Нет. И у вас не вставлены. Никак нет, ваше личество. Взять! У меня не вставлены, потому что свои еще не выпали. Не выпали? Не беспокойтесь, ваше величество. Выпадут. Ваше величество! Ваше величество! Воды! Не мне. Будете давать тем, у кого нервы не выдержат. Что это? Речь короля? Я кончил. Теперь можете кадить. Народу послу королевы власти. Посол Ее Величества Королевы Власты. Мне нужно передать Ее Высочеству свадебные подарки от Ее Величества. Зачем мне свадебные подарки? Мне и без них тяжело. Подарки легкие, Ваше Высочество. Фамильный веер и материнский поцелуй. Мерси. А теперь я должен передать вам материнский поцелуй. Мерси, Ян.
Ваше высочество, мы опаздываем. Сейчас. Я только передам поцелуй маме. Поцелуйте от меня и первую придворную даму, и всех других дам, чтобы они не обижались. Принцесса Милада и сопровождающие ее лица. Премьер, вы профан. Какая же она хорошенькая. Она просто красавица. Какое изящество. Как вы доехали, ваше высочество? Не ваше свинячье дело. Какой голосок. Вы слышали, ваше величество, что она сказала? А что она сказала? Я не могу повторить этого, ваше величество. И неудивительно, полковник, то, что мы услышали, могла бы повторить только флейта. Вы, должно быть, восхитительно поете, ваше высочество. Уйди от меня, старый хрыч, а то как дам одну, так пойдешь ко дну. Господа, вот прекрасный девиз для моего военного флота. Как дам одну, так и пойдешь ко дну. Ура! Изумительно! Восхитительно! Ах, чтоб вам ни дна, ни покрышки, идите вы к чертовой бабушке. Комар, вот против. Завтра, когда вы будете моей женой, что? Я вам покажу такого комара. Завтра? Не пугайте меня, ваше величество. Не волнуйтесь, принцесса, его охраняют. Действуйте на меня, как эликсир молодости. Сейчас я не могу себе дать больше 17 лет. А что вы делали, когда вам было 17 лет? Ну, что делал? Казнил понемножку друзей, играл в сырцо, в жмурки. Иногда папа доверял мне управлять государством. Ну, управлять государством это скучно. А вот в жмурки давайте сыграем. Идемте, идемте, не отказывайтесь, пожалуйста. Идемте, идемте. Ну, прямо гора с плеч свалилась. Теперь сдадим королю Дизе принцессу с рук на руки и Айнсвайдрай на хаус. К чертова бабушка. Айда домой на пенсию. Доставайте платок. Хорошо, только с одним условием. Когда я вас поймаю, я вас поцелую. Только не подглядывать. Так, раз, два, три. Ловите. Начали на завтра. Что делать? Не отчаивайся, Милада. У меня в запасе есть такое ругательство, которое наверняка подействует. Говоришь его скорей. Ну что же ты?
я тебе его лучше напишу, а то мне его говорить как-то неудобно. Отойди от окна, а то я еще в тебя попаду. Ложись! Тревога! Крепкого табаку. Поскольку вы не курящий, ваше величество, никто не курит. Подхалимы достать! Взять у садовника! Достать! Взять у садовника! Взять! Достать! Достать! Взять! Мирно! Руки по швам! Предупреждаю, каждый, кто двинет рукой, будет расстрелян без предупреждения. Господа, проявим мужество и будем продолжать наше веселье, чтобы народ ни о чем не узнал. Оркестр! Вальс! Подумать, красная! Ваше величество! Ваше величество! Это не настоящая принцесса! У нее, мне даже страшно выговорить, красная кровь! Красная! 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 Не может этого быть! Взгляните! Я ничего не вижу. У меня зеленые круги перед глазами. Из-за этого чертова табака! Вас обманули, ваше величество! Она же плебейка! Я сразу это увидел, ваше величество! Вспомните только ее выражение! Старый хрыч, не ваше свинячье дело! Это же народное выражение! Фольклор! Фольклор! Отвратительно! Отвратительно! В тюрьму, самозванку! В тюрьму! В тюрьму! В тюрьму! В тюрьму! В тюрьму! Делайте, что хотите! Меня тошнит! Принцесса! Вы арестованы. Вот славно-то! Значит, свадьбы не будет! Разрешите доложить! Во время моего дежурства никаких комаров не обнаружено! Сетки целы, часовые трезвы! Ваше величество! Да здравствует король! Да здравствует я! Ваше величество! Разрешите вас порадовать! Мной открыт
гнусный заговор. Все его нити находятся в моих руках. Покажите. Вот. А что это за камень? Камень самый обыкновенный, Ваше Величество, из семейства булыжников. Но тем не менее, как раз он разбился с насекомым, и как раз к нему была привязана вот эта записка. Прочитайте. Разрешите, я буду читать с купюрами. Почему? Для удобства прослушивания, Ваше Величество. Дорогая Милада, скажи королю, что он не только купюры, но и купюры. Целую твой Ян. Как видите, и с купюрами все ясно. Казнить! Кого? И ее! И его! Без купюр. Слушай. Ее с удовольствием, Ваше Величество. Но его не поймали, но ловят. Не поймают, заменим. Кем-с? Вами. Слушайте, слушайте. Сегодня в 5 часов пополудни на королевском ипподроме состоится казнь иноземной принцессы Милады. Дети до 6 лет без родителей не допускаются. После казни танцы. На. Вместо настоящего палача буду я. Целую твой Ян. Ян. Осталось 4 часа. Задержи казнь насколько можешь. Я сделаю все, что в моих силах. Но если ты опоздаешь, я умру вместе с Миладой. Да здравствует король! Да здравствует я! Где и зачем? Обследовал веренные мне войска, Ваше Величество. Ходил по заведениям, следил за поведением, Ваше Величество. И, узнав о последних достижениях науки, Ваше Величество, солдаты обрели уверенность и рвутся. Куда? В отпуск, Ваше Величество. Что касается штатских, волнуются, Ваше Величество. Разве вы не сказали им, что я в безопасности? Говорил. Так о ком же они волнуются? Народ, он как дети, Ваше Величество. О папе, о маме кое-кто о себе. Умора, Ваше Величество. Некоторые даже покинули город, Ваше Величество. А те, что остались, собираются кучками, всюду шепчутся, переглядываются. Ваше Величество, появился нелепый слух, что у нас появился голубь. Слух! Или голубь? Слух, Ваше Величество. Голубь! Смотрите, голубь! Голубь! Назад! 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 Не пускать! Не пускать! Задержать! Ты что смотришь, дубина? Дубина смотришь! Что смотришь, дубина? Что смотришь? Что с вами, Ваше Величество? Он! Ваше Величество, а вдруг это не тот? Разрешите, Ваше Величество, я его осторожненько трахну. Вы что, с ума сошли? А вдруг он тот? Друзья, наклонитесь ко мне. Теперь втягивайте в себя носом. Глубже. Сильнее. Еще сильнее.
Может быть, он на кого-нибудь из вас перелетит? Трусы, изменники, предатели. Ой, сейчас я чихну. Ложись! Дежурный! Дежурный! Кажется, схожу с ума. Дежурный! Вы напрасно кричите, Ваше Величество. Он убег. Кто ты? Туалетный работник, Ваше Величество. Что значит туалетный работник? Вот вы все так спрашиваете, а начнешь объяснять, обижаетесь. Я нужники чищу, Ваше Величество. Вон. Нет, не уходи от меня, туалетный работник. Мне страшно. Только близко не подходи. Встань там. Ты сказал, что дежурный... Убег, Ваше Величество. Да как он смел! Смел-то он стал с перепугу, Ваше Величество. Вдруг он взорвется. Сидит. Сидит. Подойди ко мне. Ближе. Ближе. Ты не бойся меня, туалетный работник. Да я-то вас не боюсь, Ваше Величество. Вы бы меня не испугались. Помоги мне дойти до кровати. Посиди со мной рядом. Ты знаешь моих министров? А как же, я всех знаю. Я и папеньку вашего знал. Не очень был аккуратный король. И министров ваших знаю, я за всеми ходил. Позови ко мне моего первого министра. Убег. А военный министр? И военный убег. Первый первым убег, а военный вторым. Они, Ваше Величество, всем заседанием убежали. Значит, все меня бросили. Я один. А я-то? Да, только ты. Ты один. Ой. Господи, как мне страшно. Если я останусь жив, а я останусь, я их всех расстреляю. Всех! Всех! А тебя? Хочешь, я тебя сделаю моим оберканцлером? Больно грязное дело, Ваше Величество, а я всю жизнь... Чистоты добиваюсь. Отказываешься. Что я за несчастный король? Вообще-то я добрый. Я лечу, я спешу, тороплю коня. Как живу, как дышу, спросят у меня.
Но для того и голова есть у палача, чтоб подумать сперва, не рубить с плеча. Едет! Как только он остановит лошадь, хватайте его за шиворот и волоките сюда. Я человек трудовой, у меня семья, и за все головой отвечаю я. И век живу, и век учусь, всюду отличусь. Ведь работа моя не топорная. Дяденька, зря вы по этой дороге едете, там мост разобран. Вот незадача, придется в объезд ехать. На, ну, ипохондрик, куми. Все кончено. Опомнись. Ну что ты теперь можешь сделать? Если я не мог ее спасти, я смогу теперь хоть умереть с нею. Сын мой, если ты направишь свои стопы к королевскому носу и воззрясь на него оком ученого, избавишь нас от дьявольской неизвестности, мы отменим усекновение твоей головы. Юный отец мой, не лучше ли умереть под топором палача, чем остаться в живых и всю жизнь казниться самому из-за своего изобретения? Скажи нам, кто такой Ян, и мы оставим тебя в живых. Лучше оставьте меня в покое. А живой как-нибудь и без вас останусь. Ну вот мы и вдвоем, милый. И говори, что я должна делать. Вставай на колени. Клади голову на плаху. Какая зануда.
На эшафоте вместо настоящего палача буду я, целую твой Ян. Тебя зовут? Меня зовут Конрад. Я работаю очередным палачом с тысяч... Молчать! Пивозунчики заговорщик. И зовут тебя Ян. Что вы говорите? Нет, нет! Это не Ян, это вам показалось. Ну что ты молчишь, Конрад? Вот ты где, самозванец! Этот мошенник угнал моих лошадей и украл плаху и топор. Ну вот, вот все и выяснилось. Схватить заговорщика! И пытать его! Пока он не сознается во всем! Держать негодяя! Господин премьер, господин премьер, господин епископ, вы обещали сохранить мне жизнь, если я выдам вам Яна. Поздно, дитя мое, он уже в наших руках. В ваших руках вовсе не он. Вот человек, которого вы ищете. Я знаю, почему ты на него показываешь. Ты хочешь спасти своего сообщника? Нет, премьер, принцесса хочет спасти свою жизнь. Я рад, что могу помочь ей в этом. Я думала, что ты это он. Что я наделала? Конрад, приступай к работе. Сперва его, потом, когда она очухается, ее. И, наконец, того. Конрад. Приступай. Конрад! Комарники и выбросьте их на помойку. Комар, которым вас пугала королевская комарилья, находится у меня. Фраки! Схватить его! Не с места! Или я разобью этот сосуд! Успокойтесь, сейчас все выяснится. Профессор, вы говорили, что сосуд, в котором заключен комар, должен светиться. Да, в темноте. Проверьте. Верноподданные наши подданные, мы создадим комиссию и все проверим. Сейчас проверяйте. Как мне страшно! Что с вами, ваше величество? Если бы ты знал, кого я видел во сне! Кого, ваше величество? Бога. Бога? Какого бога? Нашего вездесущего. И знаешь, что он мне сказал? Что? Он мне сказал: Каин, где твой брат
Авель. Он уже не в первый раз это говорит. Если бы ты знал, как мне плохо. Еще неплохо. После такой жизни и вдруг с таким носом остаться. Распух. Распух? А, комар. И комар распух, того и гляди, лопнет. Ай, не могу, погибаю. Аж, веди меня. Веди меня, туалетный работник. Куда? Да веди, не спрашивай. Нас обманули! Нас обманули! Обманщики! Поверьте мне, сила, заключенная в этом сосуде, в добрых руках, даст людям радость и изобилие. Клянусь, мы найдем эти добрые руки. Человек, который сообщит королю, что на носу у него сидит обыкновенный комар. Это будет первый человек в государстве. Идиоты, чего же мы ждем? А почему же вы с ними не поехали? Я, голубчик, считаю, что полиция и палач должны выезжать как карета скорой помощи. Только по вызову. Ваше Величество! 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 Его Величество помер. Как? От чего? От страху, господа министры. На моих руках. В туалете. Веселись и пой, земля, надоели нам вельможи и чихать на короля. В наше время даже дети не поверят в царский рай. Всем величеством на свете скажи весело прощай. Для людей простого рода в этом дело, в этом соль. А когда вокруг свобода, каждый сам себе король, каждый сам себе король.